Здравствуйте! Говорит и показывает канал Волкодавы 05. Классик на ваших экранах. Подхудал, стал повыше, постройнее, но в весе, по-моему, чуть скинул. Сидит на 5-метровой цепи, привязанной к шине, к тяжеленной. Шина от фуры. Эту шину он вытягивает и лает вот на этого маленького звереныша, на ежика. Вышел я из дома на лай, смотрю, ежик рядом скрутился и стоит. Думал, давайте сниму вам момент, так как давно не выходил в эфир. Сегодня дождик пошел, классик промок. Я думаю, что уже теперь после таких жарких, знойных дней все-таки пришла пора поснимать видеоролики. Ужасная жара у нас стояла, собаки чувствовали себя просто в дискомфорте. 40 с лишним градусов. Не выходил я с ними дневное время на прогулки, только по ночам. А ночные видеоролики, сами прекрасно понимаете, не всем интересно. Классик. Ай ты мой хороший, ай ты красавец. Посмотрите на его скомканные передние мощные лапы. Думаю, что классик сейчас весит килограммов 71-72 в таком состоянии. Но через месяцев полтора-два, я думаю, что он поправится до килограммов 75 и даже чуть больше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видеороликами. Ждите новые видео, новых питомцев. Всем добра, удачи!